с начальством что-то от них доходить, это то же самое, что с лбом об стену стукать. Но надо все равно что-то делать. Я говорю, капля и камень точит. Но надо все равно стоять на своем, решать людские проблемы. А не то, что там формальные отписки. Их два ответа на данное время. Я одно из чиновников слышу. Вопрос на контроле, я тебя услышал. А услышал толку с этого. А работы-то никакой не делается. Для нашей улицы вот здесь, как он реальный депутат. Как он стал, так начало что-то шевелиться. Без него здесь ничего не было. Люди видят, что он старается для людей, люди пойдут. Даже не с наших деревень, а с других деревень, других домов. Все люди к нему обращаются. Его знают все. Он местный, он сделал. С Малинского сельсовета. Кто-то не обращается за помощью. Ну, обращаются все. Любым вопросом он помогает, старается помочь людям.